Всем привет, меня зовут Максим, я являюсь инженером в компании GlobalFresh, и сегодня я продемонстрирую, как установить Telegram. Для этого нам нужно проскроллить в самый низ, выбрать наш тарифный план, который нас интересует, нажать на Free Trial и выбрать наш субдомен. После этого нажать на кнопку «Установить». Далее нас автоматически перекинет в интерфейс консоли Zendesk, где нам нужно будет ввести всю необходимую информацию. Имя, адрес, город и так далее. После этого нам нужно будет ввести данные нашей карты. Также мы можем ознакомиться с правами использования. И после этого начать наш трайл. После установки нам нужно перейти в канал приложений, где нам нужно будет добавить наш аккаунт. Выбираем Telegram, аккаунты, добавить аккаунт. И здесь нам нужно будет ввести всю необходимую информацию, как имя аккаунта, название компании, телефон, страна и также добавить токен нашего бота. После сохранения всех изменений нам понадобится около 5 минут для того, чтобы наш бот начал работать. Как видите на этом примере, мы можем инициировать переписку с нашим Telegram-ботом и увидеть всю коммуникацию в Zendesk. Также у нас есть возможность отвечать непосредственно с самого Zendesk. И также мы можем работать с нашими вложениями. Спасибо большое за просмотр. Всего доброго. До свидания.